Ну давай, открывай. Открывай, давай смотреть, что там внутри. Привет, привет, привет. Я думаю, объяснять вам ничего не нужно. Стоит просто показать вот эту коробку, и вы уже поняли, что сегодня будет распаковка посылки. Это, наверное, самая большая коробка с Shein, которая мне когда-либо приходила. Но на самом деле здесь вещей не так много. Не знаю, почему они на этот раз решили упаковать именно в такую. Эта коробка, между прочим, уже открыта, потому что кое-что там у меня было заказано в подарок, и я это уже отдала. Если кому интересно, обязательно ссылки я оставлю на всякий случай, вдруг кого-то что-то заинтересует. Но все, что мое, осталось здесь. Даже теперь не знаю, как ее удобнее положить, чтобы и вам было видно, и мне удобно оттуда доставать все. Положила эту коробку я, значит, еще на одну коробку, и думаю, так удобнее. Знаете, сегодня я проснулась прям с какой-то помятой головой, когда за окном дождь, у меня голова почему-то очень реагирует на такую погоду, и мне ничего абсолютно не хочется делать, просто хочется лежать и смотреть в потолок или в телефон. И после того, как я накрасилась, привела себя в порядок, у меня сразу появилась куча энергии, и мне захотелось что-то делать. Кстати, хочу вам напомнить, что у меня недавно на канале вышло видео, где я показываю ошибки в маникюре, которые сама когда-то допускала. И там не просто ошибки, а я еще показываю, как их избежать. Поэтому, если вдруг вам интересно, то обязательно заходите, а где-нибудь здесь вверху оставлю подсказку, и также в описании оставлю ссылку на это видео. Смотрим, что здесь внутри. Все, что я заказала, находится здесь внутри. Итак, первое, что мне бросается в глаза, это вот эта вот зелененькая коробочка. Короче, я решила себе заказать новые кисти и выбрала там очень-очень интересный вариант. У них, кстати, цвет мне в первую очередь понравился. Он такой необычно розово-зеленый. Иногда, к примеру, у меня нет времени помыть свои кисти, а грязными потом пользоваться как-то не очень хорошо, так скажем. И вот на смену я взяла себе вот такие вот интересные кисточки. Ими, я думаю, будет приятно пользоваться. И, кстати, вот эта вот ручка у них прорезиненная. Это какая-то там была новинка, поэтому я, конечно же, не смогла пройти мимо этих кистей. У маленьких, кстати, кистей борс какой-то более жесткий мне показался. Вот здесь вот он мягкий. Дальше у нас здесь снова лампа. По сути, точно такая же лампа, которую я как-то показывала вам в одном из своих роликов с распаковкой. Только там было очень-очень много разных цветов. А здесь только холодный, теплый и средний цвет. Что-то там еще, кстати, болтается. Болтается здесь еще пультик. И штатив. Он такой же громоздкий, как и предыдущий, как я и предполагала. Кстати, у меня у софтбоксов точно такие же штативы. Один из них уже не работает, поэтому я просто его заменю. Недавно у меня снова была зачистка гардероба. Там освободилось очень-очень много места, потому что вещи я свои раздала. Если честно, я просто дико ненавижу носить бюстгальтер. Мне всегда что-то где-то давит, некомфортно. Короче, хочется быстрее его снять. Это то же самое, что с каблуками. Мне всегда нравятся комфортные вещи, в которых мне удобно, в которых мне уютно, неважно даже где их купила. И вот как раз таки на Shein я нашла вот такие вот интересные варианты. Это такие тряпичные, так скажем, бюстгальтеры, которые хорошо тянутся и которые не передавливают нигде кожу. Такой спортивный топ. В последнее время я только такие заказываю. Решила на Shein тоже попробовать заказать, но почему-то мне кажется, что материал здесь очень быстро износится, потому что он какой-то не особо приятный. Я думаю, что здесь катышки появятся, но не знаю. И, кстати, у меня очень часто такое бывает, что бюстгальтер вот именно в этом месте, где чашечка растягивается, то есть он как-то выворачивается на другую сторону, и из-за этого под какой-то кофтой он начинает выделяться. Это жутко некрасиво, а именно вот с такими вариантами ничего не выделяется, все очень, так скажем, деликатно смотрится, ничего не просвечивает, поэтому я просто обожаю. И особенно мне нравится варианты вот такого телесного цвета, которые подходят абсолютно под любую вещь, так скажем, кожевого цвета. Они сливаются с кожей, и таким образом их не видно под абсолютно любой одеждой. И еще взяла вот такой вот вариант, такой красивый цвет, даже не знаю, как его назвать. Обычно я ношу вот такие варианты. Эти, кстати, два бюстгальтера я недавно буквально заказывала, и сейчас у меня под этой пижамой тоже примерно такой же, но только не в рубчик. Сейчас я ношу бесшовный.
В общем, безумно комфортные штуки, в которых действительно чувствуешь себя более уверенно, и ничего нигде не просвечивает, не выделяется. Короче, я сейчас выбираю только такие. Дальше, что-то у меня здесь желтенькое есть. И это, походу, базовые футболки. Здесь идут разные цвета. На них нет никакого абсолютно рисунка. Вот такая вот желтая, вернее, даже горчичная. Дальше, конечно же, белая. Куда без белой базовой футболочки. Тоже прикольно выглядит. Также серая. И розовая. Черной, кстати, нету. Розовая вот такая. Тоже интересная. У меня, кстати, очень быстро изнашиваются базовые футболки, поэтому я их регулярно заказываю. Черные и белые, они у меня всегда должны быть в запасе. И здесь у нас что-то зелененькое. Кстати, на Shein появился раздел премиум. Там вещи премиум класса, они более качественные. То есть, если вот так вот вы можете очень часто напороться там на синтетику, не на очень приятный материал, там не всегда прям идеальное качество. На премиум там идут уже более такие, так скажем, дорогие вещи. Так вот, и вот этот вот костюмчик я нашла в разделе как раз таки премиум. Вот такие интересные штанишки идут, они на резинке, все как я люблю. Это у меня будет такой домашний комплект, но в принципе можно с ним и на улицу куда-то выйти, не стыдно, так скажем. Все ровненько прошито и качество, конечно, очень приятное. И точно такая же кофта, но она здесь какая-то очень короткая, такого же цвета, она немножко как распашонка, но прикольная, прикольно сшита. Здесь даже вот такие вот какие-то вставки есть в рубчик. Люблю такие уютные вещи, я даже уже представляю, что я в этом костюмчике снимаю видео. В общем, я заказала вот такую атласную рубашку. Мне она почему-то очень понравилась на картинке на сайте. В общем, у меня из атласной ткани только топы есть с кружевами, которые я тоже пододеваю под какие-то жакеты обычно, но здесь решила поэкспериментировать, попробовать, вдруг мне понравится. У меня ничего подобного еще не было. Будет ли комфортно вообще в целом в ней находиться, но выглядит она, конечно, приятно. Следующий пакетик. И здесь что-то черного цвета. И это жилет. Не так давно, как не так давно, летом я заказывала себе жилет, знаете, наподобие военного жилета, где очень-очень много разных кармашков. На ASOS он очень стильно смотрелся на девушке. Там, кстати, он был унисекс, можно носить и парням, и девушкам. Я заказала, и он просто пришел невероятных размеров. Я в нем утонула реально. Здесь, конечно, материал так себе, он не держит форму, то есть он очень легко мнется. Дальше, что у нас в этом пакете находится? И это юбочка. Ой, боже, какая она липкая. О, как от нее воняет. Это ужас просто. Рыба. Она какая-то несуразная. И посмотрите, как она сзади сшита. То есть здесь весь материал скукоженный. Да, в принципе, она стоила недорого. И за такую цену, чего я ожидала. Мне очень понравился фасон этой юбки, то есть у нее здесь вот такой вот интересный треугольничек с кружевом, и смотрится очень, так скажем, сексапильно. Но сама юбка не очень сексапильная. И, кстати, да, я еще взяла вот таких два бюстгальтера, это, знаете, для особых случаев, когда не должны торчать какие-то бретельки. Вот такие вот штуки всегда выручают. Смотрите, здесь тоже сзади регулируется. Тут такая резинка эластичная. До этого я тоже попыталась такие заказать, но всегда мне приходят какие-то мизерные бюстгальтеры, а в этот раз прям по размеру. И последнее вот в этом пакете, это такой клетчатый костюмчик, который состоит из клетчатой рубашки удлиненной. Вот такой, прям такой розовый-розовый. В общем, прикольная рубашка. И точно из такого же материала идет юбка. Это прям такой полноценный комплект. Вот такая юбка. Она, кстати, смотрите, здесь таким как бы запахом. И коробочка у нас тут, так скажем, пустая, опустела. У меня здесь есть еще вот такой вот маленький пакетик. Сейчас я открою и посмотрим, что здесь есть внутри. Во-первых, тут вот такая интересная штука для оформления бровей. Сейчас проверим, как это работает. Здесь есть вот такой шнурок, который тянется, ну, типа, это резинка. И трафаретики для бровей. И можно тут подобрать под свою форму, так скажем, брови. Вы знаете, что я люблю заказывать различные какие-то необычные штуковины, которые, казалось бы, никто, наверное, кроме меня не заказал.
Но тем не менее, мне кажется, это забавно проверять что-то такое интересное, нестандартное. Здесь 8 трафаретов, которые нужно подбирать под свою бровь и потом пропускать через вот эту резинку. Вот это, мне кажется, идеально подходит. Я нашла точно такую же бровь, и вот в этом месте мы их соединяем. Теперь мне нужно вот в эти дырочки просунуть резинку. Ее просто, смотрите, пропускаете в дырочку и вот эту штучку отгибаете. И назад она больше не выходит, то есть все хорошо держится. Надеваем эту чудо-штуку на голову. Фиксируем, чтобы она ровно держалась. Надо брови расслабить, самое главное. А красить буду я, кстати, новой кисточкой и тенями для бровей. Кажется, тени будут более натурально смотреться. Вроде все полностью заполнила. Теперь самое главное, мне нужно снять вот эту штуку и посмотреть на результат. Делаем ставки, получилось у меня что-то или нет. Хоп. В целом смотрится не совсем уродско, но и не совсем идеально, потому что кое-где все равно нужно где-то что-то дополнять, подправлять, убирать, так скажем. Но работы не так много, то есть это можно быстро все сделать. Плюс, наверное, в этом трафарете только в том, что можно сделать одинаковыми брови, то есть просто сделать такие наброски, чтобы они получились одинаковой формы, то есть он будет, так скажем, немножко помогать в этом деле. А так, в целом, я думаю, особой надобности нет. И еще я взяла вот такие заколочки. Я всегда, когда делаю макияж, убираю волосы, чтобы они мне не мешали. Но от обычных заколок остаются такие заломы некрасивые, которые потом приходится выпрямлять или оставлять такими, какие они есть. Но, в общем, это не очень красиво. И благодаря вот таким заколочкам ничего не остается, потому что они полностью прямые. На этом свое видео я буду заканчивать. Надеюсь, оно вам понравилось. И вы поставили мне большой-большой пальчик вверх. Не забывайте смотреть предыдущие видео. Там много всего интересного и полезного. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю и всем пока!